В Одинцовской областной больнице продолжается капитальный ремонт хирургического отделения. Глава округа Андрей Иванов встретился с подрядчиком, проверил ход работ, планы и соблюдение сроков. То есть у вас сейчас, понятно, какой-то демонтаж и вывоз мебели и оборудования, потом обследование полноценное. Ну, оно запараллелится. Да? Оно запараллелится, обследование с демонтажем, да. И потом сразу они будут выдавать какие-то конструктивные решения на объект. И мы выходим на конструктив. Усиление проемов, перекрытий, усиление по ответ-шахты, вот эти все работы. И пока мы строители делают эту часть работы, проектировщики, соответственно, уже работают дальше по инженерам. Ремонт Одинцовской хирургии стал пилотным проектом Московской области. Последний раз корпус обновляли в 2006 году. Сегодняшние работы больше напоминают реконструкцию. Также в отделении появится новое современное оборудование. После завершения работ у нас будет совершенно новый обновленный хирургический корпус. Это будут комфортные палаты. В каждой палате будет находиться санитарный узел. У нас появится МРТ в этом корпусе, чего тоже не было никогда. Соответственно, мы отремонтируем само помещение КТ. Рядышком у нас будет находиться аппарат МРТ. То есть, тем самым, можно сказать, что в этом корпусе замкнется вся диагностика, потому что тяжелая диагностика. Не нужно будет потом пациентов возить, скажем, в соседние корпуса. Изменения коснутся не только внутреннего наполнения, но и внешнего вида здания. Достроят приемное отделение, модернизируют палаты, они станут четырехместными. Изменят логистику внутри здания, чтобы разделить потоки пациентов на плановую госпитализацию и экстренную. Это отделение плановой госпитализации с удобной зоной ожидания, с регистратурой. У нас здесь будут записи стоять счетчики, то есть будем считать время нахождения пациента у нас в отделении, чтобы было максимально быстро, максимально комфортно. И после этого пациент уже на лифте, у нас будут все лифты тоже будут поменены, мы поднимаемся уже себе на этаж на госпитализацию. В планах расширить реанимационное отделение. В том числе здесь будут оказывать не только плановую, но и экстренную помощь для пациентов сосудистого центра. Триаж-система – это не новое направление, это система сортировки пациентов на зависимости от тяжести состояния, на тяжелых, средней тяжести и легкой степени тяжести. Это все направлено на то, чтобы оказывать помощь максимально быстро, и максимально короткие сроки и максимально эффективно. Предварительный ремонт планируют завершить в первом квартале 2025 года. Для этого на объекте задействуют от 150 до 200 рабочих. По мере приближения отделочных работ подрядчик нарастит силы до 300 человек. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».